Нужно вообще уважать людей других национальностей. Я смотрю, с моим ребенком в детский сад ходят люди там, армяне, грузины, азербайджанцы, и все они мирно существуют. Нужно просто поучиться у детей, на самом деле, как они мирно общаются между собой, и что нам делить, мы существуем, мы дружим с семьями, и нужно, мне кажется, налаживать контакты и считать, ну не знаю, мне кажется, это дурной тон, на самом деле, высказывать свое мнение против других национальностей. Вот нужно, чтобы это было трендом, антинационализм, и тогда будет все хорошо.